Привет, друзья! Сегодня для вас я буду готовить быстрое и сытное горячее блюдо на сковороде, которым сразу можно накормить 5-6 человек. На средний огонь ставим сковородку, выливаем пару ложек растительного масла и ждем, когда оно нагреется. Высыпаем 400 грамм замороженных овощей и размораживаем в течение нескольких минут. Добавляем 500 грамм фарша, хорошо перемешать и обжарить до румяного цвета. Вливаем томаты в собственном соку и разминаем хорошо лопаткой и дать покипеть пару минут. Всыпаем 7 грамм базилика, 20 грамм сушеного чеснока, 10 грамм паприки и перемешать. По своему вкусу добавляем черный перец, соль и мясо с овощами уже готово. Выкладываем одну упаковку любых макарон. Если помещается, оставляйте длинными или просто поломайте пополам. Заливаем водой так, чтобы вода покрывала макароны. Не накрывая крышкой, варим примерно 15 минут до готовности. А пока наше блюдо готовится, я хочу вам рассказать о своем приобретении. Это рожковая полуавтоматическая кофеварка Kitford KT718. Эта кофеварка оснащена резервуаром для воды в 1,5 литра, позволяет вам готовить кофе один за другим. Его удобно снимать и наполнять. Кофеварка оснащена функцией взбивания молока, а также поможет разогреть напитки горячим паром. Благодаря простому кнопочному управлению вы не испортите свой напиток, а высокое давление в 15 бар позволит раскрыть весь аромат молотого кофе. Такую кофеварку вы сможете заказать на сайте Kitford. Ссылочку я оставлю внизу под видео. Наше горячее блюдо уже готово. Перекладываем попорционно на блюдо и наслаждаемся очень сытным, быстрым и вкусным завтраком, а может быть и ужином. Одной такой сковородкой вы сможете накормить всю свою семью. Если вам понравилось видео, то с вас лайк и подписка. С вами была Ольга Лунгу, приятного вам аппетита!